Здрасте. Что нового на рынке? Сегодня мы, в принципе, практически все новинки представляем. Вот. У нас достаточно много новинок. В первую очередь, интерес зрителей, так сказать, которые собрались на нашем стенде, это наши новые электрические котлы. Это абсолютно для нас новинка. Раньше мы электрическими котлами не занимались, но мы приняли решение сделать новый модернизированный электрический котел, аналогов которого по функционалу на рынке нет, на нашей ценовой категории. Вот. О нем особенный котел, для видео это будет отлично, это особенный котел выставки, вот встаньте сюда. Такого котла невозможно найти нигде. Только компания «Бастион» может представить вот такой вот трехтеновый котел. Этот мы забираем сейчас, да? Мы можем по заказу поставить, по крайней мере теплоноситель вы можете попробовать. 40 градусов. 40... Температура нагрева всегда одна, 40 градусов. Вот. В принципе, для тела самое идеальное. Для тела самое идеальное. Вот. Уже компания «Бастион» выделилась. Да, компания «Бастион» не могла не выделиться. Компания «Бастион» 28 лет на рынке, производство в Ростове-на-Дону. Еще одна новинка, которая будоражит сердца посетителей выставки, это теплоинформатор «Теплотон Клауд». Это наше устройство, которое позволяет удаленно управлять котельным оборудованием, получать от него сигналы о различных ошибках. Есть возможность подключения модуля OpenTherm. Разработали мы, собственно, свой интерфейс, свое приложение. Вот сейчас можно показать, что на котле ошибка, которая значится 6А, наверное, видно будет на дисплее. Если мы покажем, то есть сам дисплей, он пишет ошибка котла 6А. Мы нажимаем подробнее. Он пишет, что не обнаружено пламя, и пишет, что именно необходимо сделать для того, чтобы эту ошибку снять, собственно говоря. Еще что можно рассказать про данный теплоинформатор. Во-первых, у него очень богатая комплектация. В комплекте с клаудом идет термодатчик беспроводной, плюс проводной датчик температуры улицы, проводной датчик температуры теплоносителя и проводной датчик протечки. Целых 4 датчика в комплекте. Также особенность теплотон клауда является возможность подключения дополнительной нагрузки. Помимо котла мы можем подсоединить, например, освещение, например, насос, например, теплый пол, сплит-систему. Все абсолютно все, что нам благоразумно. Единственное, что нужно учитывать, что контакты здесь слаботочные. Если мы хотим подключить более мощную нагрузку, необходимо установить промежуточное реле на ту нагрузку, которая нам необходима. Плюс в этом интерфейсе мы можем настроить расписание 7 дней в неделю, 4 периода в день. То есть, например, сейчас у нас конкретно мы устанавливаем то, что утром мы просыпаемся в 5 утра, 6-7 утра, нам нужна температура 21 градус. В 5 утра мы из дома ушли и вернемся только к 18.00. Нас дома не будет, нас абсолютно не интересно, чтобы котел работал на полную. Поэтому мы выставляем температуру поменьше. А мы можем добавить еще, к примеру, точку сюда? На данный момент предусмотрено 4 периода. Вот, мы считаем, что этого достаточно с головой для управления котлом. Но если будет необходимо для наших клиентов 5, 6, 10, мы можем сделать их хоть 100 тысяч. Это программно, вот, нет никакой необходимости. Просто для того, чтобы было удобно управлять, мы пытались этих точек сделать как можно меньше. А датчик, элемент питания какой здесь? Он просто двух батареек 2 А он питается. Вот, согласовывается он с теплоинформатором на частоте 433 МГц по прямой 250 метров. То есть для дома через стены этого хватит с головой. Этих датчиков, плюс могу добавить, что их можно подсоединить до 10 штук к теплоинформатору. В управлении будет один, а остальные будут информационные. Стандартный набор будет Теплотон Клауд, беспроводной датчик и 3 датчика проводных. Понятно. 2 температуры, 1 протечки. Приблизительно розничная цена на сегодняшний день, на 13 февраля 2019 года, составляет 8200. Вот. В принципе, да, что про вошли? Ну, микролайном вошли с зонтом.
Это хорошо, что это прекрасно, что вы делаете такие прекрасные выводы. И еще об одной новинке. Вот, источник бесперебойного питания 500+. Ранее наши клиенты знали наш источник бесперебойного питания 250+. В таком же форм-факторе мы добавили индикацию дисплей, на котором можно увидеть входное напряжение выходное, так как источник бесперебойного питания со встроенным стабилизатором напряжения. Мы отключаем питание. Входное напряжение 0, входное 220. И он сейчас питается от батареи. Он нам показывает индикацию батареи. Включаем назад накруточку. И источник бесперебойного питания, комплект которого входит стабилизатор напряжения, снова работает от сети. Ну, ориентировочно для котла на какой промежуток времени его хватит? В зависимости от той батареи, которую мы поставим, потому что корпус предусматривает установку до 40 ампер-часов, вот, но внешне мы можем поставить немножечко больше. Вот. В любом случае не больше, чем 65 ампер-часов. Тем не менее, вот, хотелось бы отметить, что так же, как и в 250-м будет функция продления резерва, с помощью которой мы можем сделать гораздо больше, до 8 и до 10 часов резерва. Смысл заключается в продлении резерва в чем? В непрерывном режиме он будет работать постоянно, но котлу это не нужно. Когда мы включаем этот режим, котел работает 15 минут, после этого он отключается на полчаса, за полчаса дом не замерзнет, при этом потом он снова включится, и за 15 минут он снова прогреет. Тем самым время резерва мы увеличиваем почти в 2 раза. Возвращаясь, да, конечно. Есть какой-то источник питание, скажем так, если пропало 220. У него встроена литионная батарея, которая сутки проработает без света. Вообще замечательно.